Всем привет, меня зовут Райднел, и сегодня поиграем немного в Evil Genius 2. У меня был уже один стрим, я довольно давно его провел, и честно, уже начинаю немножко забывать, что тут происходило. И дабы совсем абсолютно не забыть, буду потихоньку по чуть-чуть поигрывать. Почему не стримом? Потому что нет. Просто сейчас уже время совсем не для стрима, и проще я запишу. Ну и хочется поиграть. Насколько помню, я закончил какое-то начальное обучение. Мне показали всех, как их назвать-то, всех лакеев, и не только, кого я могу создавать. Так, давайте вспоминать вообще, что происходит. Силовики, обманщики, научники. Эти, я понимаю, мне станут доступны позже. Тут почему-то восклицательный знак. Возможно, мне чего-то не хватает. А, то, что у меня стоит на найм. Чего-то мне не хватает, короче, как я вижу. Награды я, помню, специально оставлял, чтобы забрать их в случае необходимости. Потому что с деньгами особо денег вообще... С деньгами особо проблем нет, хотел сказать. Но и с энергией проблема есть, да? Так, давайте на паузе пока. Так... Нужно перестраивать энергию. Тут чел хочет есть, но он пытается восстановить мозг. Интересная ситуация. Нужно перестраивать энергию. А, вот, новые генераторы. Ну-ка, давайте посмотрим, как они будут их делать. Индикатор внимания, сил закона. А, по миссиям. Что у нас по миссиям? Пауза, статистика, цели. Главная цель — выполнить задание, получите все награды. А, понятно. То есть мне предлагают сразу забрать награду за побочку. 20 тысяч на 77. Нормально. Нормально. Надо с вами познакомиться. Открывать двери? Играть в Бакару? I hope so. I have no luggage. All my doors are automatic, and I don't have time for losers. And smile. Make them think there's nothing going on back here. With all these specialists running around your lair, you should make sure your minions still know who's in charge. Let's execute someone. Жестоко. Select your evil genius. Жестоко. With your genius selected, simply interact with a minion to order a swift execution. Так, давайте какого-нибудь... А, ну вот, который тут это. Жестко. Он немного ценного, вас попросит подтвердить выбор. Так. А, ну вот, он типа освободился и... И... Казнь. I will not do this thing. А почему он не хочет, типа, казнить? А, она сама к нему идет, типа. Жестоко. Жестоко. Да. Прекрасно, конечно. Первый труп. А, хотя нет, у него тут трупы у меня вроде были уже. Понятно. Да зачем? У меня пока типа нет проблем с энтузиазмом. Будем честны. У меня есть проблема с энергией, вот это да. Нужно как-то перестроить все. Попробуйте опять кого-то казнить, он мне хочет. Казнить прислужника хотя бы при одном свидетеле. Ё-моё. А где много свидетелей? Ну, хер его знает. Тут же все такие, типа... Давайте здесь. Блин. Жесткое задание, блин. Ходить и казнить, это прям вообще бред. А, стоп, нужно, чтобы... Чтобы он ходил. А, ну давайте здесь. Здесь точно будут свидетели. Там, где люди едят. Ну и она идет на казнь, понятно. Я пока тогда позанимаюсь строительством, да? Так, энергия. Насколько я помню, где-то... Где энергия-то? А, во. Предметы. Хороший генератор. Ух, ё-моё, сколько... Что? Стоп. Какой-то он огромный. А, нет, это он и есть.
Да, короче, ему надо до хера места, просто до хера. Просто до хрена места надо. Ладно, давайте подумаем. Что у меня по энергии? Какой у меня есть запас? У меня 77 доступно, потребляется 242. Сколько одна делает? 10? Всего лишь 10? Серьезно? Так, а если я хочу ставить сюда? Что мне нужно? Она занимает 4 на... 4 на 5. А эти у нас 6 на 3. То есть так, это 6 на 6. 4 на 5. Ну да, слушайте, тут, конечно, хер его знает, как их вообще лучше расположить. Но я думаю, я тогда уберу... Блин, продать. Жалко, чё? Надо придумать, куда деньги потратить. Вот чё, у меня очень много денег. Очень много кэша. Слушайте, а что, если я попробую обустроить отель? Казино. Да, вот, коктейль-бары всяких нас... Блин, они стоят нихера. О! Пение подручных как оружие, чтобы отгонять агентов. Шикарно. Я думаю, это идеальное просто место будет. Двери не запираются. Ну да, двери я люблю. Дверей бы побольше поставить. На самом деле, вот здесь тоже можно все вырыть вообще. Блин, я хочу все копать. Пусть... На самом деле, так-то вообще можно все отрыть. Короче, здесь вообще все. Так, стоп, а какой тип комнаты тут будет? А, типа это все будет прикрытие. Ага, я вас понял. То есть это надо, например, продать, да? Тип комнаты, прикрытие. И типа все это сделать прикрытием. А потом, если что, я, короче, поменяю. Не знаю, но мне надо куда-то деньги слить. Потому что у меня идет прирост. Но он, типа, идет пока в никуда. И наставить здесь всяких штук. Баккара. Рулетка. Но они требуют энергию. Вот это вот самое, как бы, такое не очень. Да? Украшения. Украшения наставить, что ли, всяких? Фиг его знает. Туристы могут расслабиться. Не стоит нифига. Ну, сидите, расслабляйтесь, чё. Фиги, целая комната просто с ничем. О, у меня есть какой-то мемориал. Прикольно. Я не знал, что у меня есть мемориалы. Интересно. Давайте сюда его поставим. Подтвердить все. Так, кэш сейчас пойдет. Получается, мне тут нужно тогда все это переделать чуть-чуть. Так, в целом... Да тут просто продаем, чё. Так, как правой кнопкой, как продать тебе? А, стоп. А, вот. Вот же было, была кнопка. А вот продать. О, так быстро можно продавать? Слушайте, это классно. Так, ну все, энергии кучу я потратил, я думаю. Ядерный реактор. Смотрим, как тебя лучше, типа, на самом деле расположить. А может быть, я тут такой же тактикой воспользуюсь. Типа так. И вот так. И что получается? Ну, получается какая-то херня на самом деле. Если боком ставить их. Если боком ставить. О! Но тут на самом деле есть все-таки загвоздочка. То, что мне нужно будет, получается, пропускать хотя бы одну клеточку. Так, продать, продать. Как же лучше тебя сделать так, чтобы все влезло? Пока думаю, сделаю как-то так. То есть они все равно ко всем доступ есть. А тут, если что, еще сделаю такую же. Пум-пум-пум. Наверное. Посмотрим. Ну, немножко без энергии посидим, типа, не страшно. То есть они быстро все сделают. Плюс там энергия, если что, есть, так что посмотрим. Но все-таки мне так не нравится, вот как оно расположено. Может, как-то по-другому. Ладно, давайте так все-таки сделаем. Так, так.
так, так, так. Not enough gold to complete this construction. Да ладно, деньги кончились? Вот это прикол. Ну ладно. Нет электричества. Ну я понимаю, да. Давайте ускорим. Надеюсь, они сделают все это быстро. Потому что, типа, без электричества мне плохо. Ну плюс здесь тоже надо будет перестроить. Блин, у меня 90 тысяч. Я не понимаю, почему мне не хватает уже денег. Еще и зарплата. Ха-ха. Класс. Ну, пока смотрим. Пока смотрим. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. А, блин, еще же мировая арена. Я про нее вообще забываю постоянно. Так. Сюда надо отправлять. Так, что это у нас? Какие-то новые появились. Злой комнадзор. Один известный певец решил написать про нас песню, а за лицензию не платит. Надо с него стрясти должок. Ха. Прикол. 10 секунд. 100. Максимум 100. Ну, слушайте. Неплохо звучит. А, нельзя проворачивать махинации, пока логово не хватает электричества. Окей. Окей. Ускоряемся, чё? А, слушайте, уже есть электричество. Берегитесь. Что еще раз? Берегитесь более сильных агентов. Я вас понял. Ага, реально, все, вся голда ушла просто. А на это типа не хватает денег уже. Прикольно. Сколько стоит один? Десятку, да, где-то получается? Работайте, работайте. 85 энергии, нормально. У нас вот это... потеряшка. Смешная. Сколько людей тут бегает, ё-моё. О, реально. Прикол. Многие регионы были заблокированы силами закона. Да блин. Какие, например? Скажите, какие заблокированы? Я не понимаю. А, ну вот, типа, да? Ага. Типа я там слишком сильно активничал. Ха. Окей. Так. Требования 10 секунд. 9000 долларов за каждую одну секунду? Ё-моё. Ну давайте. Запускаем махинацию. Куда еще можно что-нибудь запустить? Тут надо сбавить обороты. Так. Снизить внимание за 1 час. 1 час. Не понимаю, в чем разница. Ладно. Да, надо снижать. А что-то оно везде большое. Просто где-то можно за деньги. 3 лакея. Еще и награду дадут. Махинация. Снизь внимание. Ладно, пофиг. Поехали. Посмотрим. Тут я понимаю все, типа, да? Еще 2 минуты оно будет такое. Тут тоже опять же. Блин, а почему пропали махинации, где, типа, за деньги можно снижать внимание? Тогда была отличная вообще схема, на самом деле. С этим связанная. Данных уже не хватает. 3 охранника надо. 100 баксов каждые 5 секунд. Максимум 72 тысячи. Да, поехали. Так, слушайте, у меня так казнь висит, кстати. Где наш злодей? Yes. Так, кто тут с плохими мозгами кто-то был? Все? Умственных мозгов не осталось, да? Надо кого-нибудь простого тогда выбрать. Давайте его. Да. Так, при свидетелях. Ну тут свидетели до хера, так что... посмотрим. Все. Избавиться от тел. You have successfully managed to inspire your minions with your show of power.
70 000. Понятно. Избавьтесь. А как? Они же сами должны избавляться от этого дела, по-моему. Так, мне нужно, чтобы ты был здесь. Научный прогресс очень важен. Это мне больше не интересен свой. Тут что-то мне еще подсказывает. Крошение, какой-то торшерчик. Не интересно, честно. На этой штуке тут, ну, типа, что-то происходит, да? Пусть оно там будет происходить. По целям, что у нас? Избавиться от тел. Ну, так, надо понять, как избавляться от тел. Боится собак. А, ну он все, типа. Зажать. Я не понимаю, как избавиться от тела. Охранник, избавься от тела. Слушай, они сами должны это делать. А, слушайте, у меня отключен же этот. У меня же отключен избавитель от тела. Так-то много чего могу включить. Что у меня выключено? На самом деле. Просто про это не забывать. Блин, да, слушайте, вот эти генераторы новые, они прям хороши. Они прям хороши. Думаю, я все повключаю сейчас. Все работает. Ой, как красиво, слушайте. Потрясно. Убить? Нет, не надо убивать. Просто хочу включить энергию. Планировать комнату оружейная. Я вас понял. Ну, думаю, оружейную логично будет сделать здесь на самом деле. Типа идеально, они просто идут, забирают все и начинают мочкаться друг с дружкой. Я думаю, да, просто переделаю типа комнату и все. Так, надо как-то его красоте сделать. Так вот. A security desk will allow minions to remotely survey parts of your lair through your security cameras. Так, предметы. Дверь. Each security desk can only support a limited quantity of security cameras. The current state is shown by the camera spotting power. Лучше, наверное, где-то на входе. Хотя нет. Ближе к входу надо будет всякие вот эти стойки с пушками. Это да. Will allow minions to remotely survey parts of your lair through your security cameras. Each security desk can only support a limited quantity of security cameras. Тут еще камера можно будет ставить. Зачем камеры, только пока непонятно. Ну ладно, пусть будут. Ой, красиво, слушайте. Блин, оно как загорится. Вот как загорится, вы же жопа, конечно. Так, энергия. Ну, типа, я думаю, надо сразу об энергии позаботиться, тем более, все неожиданно бабки просто каким-то космическим способом быстро очень появляются. А, слушайте, я так прям могу, кстати. Да. И ко всем доступ будет. Подтвердить. Блин, хранилище вообще просто по КД заполняется. Нужно еще где-то делать хранитель бабла. О, у меня и тут хранилище есть, что ли? Ё-моё. Тут еще одно хранилище, что ли, сделать? Не, на самом деле лучше тратить. Лучше просто все тратить, ходить. Еще, кстати, у меня по персоналу. Нанять за 5000. Рабочих у меня 29. 5 охранников. Требуем количество 12. В логове одно. Ага. 4-4, но вот этих на самом деле надо побольше. Десятку где-то. Сотрудников тоже десятку. Типа их лучше больше, чем меньше. Тут, я думаю, все это типа сделается своим чередом. С этим, думаю, проблем не должно быть вообще. Ну не, так медленно ходит на обычной скорости. Ну как, типа, ну, на медленной скорости, так скажем. Давайте включим энергию, типа, что? Я могу. Энергии у меня полно. Research has been paused.
Почему стройка с электробинками приостановлена? Я не понимаю. Узлу. Не понимаю, почему она приостанавливается постоянно. Прислушники. Ну да, почему-то он приостанавливает, я не понимаю. Так, вот тут еще почему-то мигает 9, но я не понимаю, какие 9 мигают. Тут мы заблокированы, да? Сюда мы даже не залетали еще. Сила сигнала. Надо силу сигнала поднимать, чтобы туда залететь. Окей. Тут мы заблокированы. Тут надо как-то... А, ну тут работает сейчас. Кстати, да, немножко поменяли интерфейс. Я так... Я прям, ну... Типа поменяли. На самом деле лучше закрепляться на одном каком-то районе и не расплескиваться, как, так сказать, везде. Ну, мне так кажется. Просто не понимаю, вот он пишет 9, да? А какие 9? Что? Куда мне смотреть? Игра, подскажи мне, куда мне смотреть? Ты не подсказываешь, что у меня есть 9 каких-то штук, но я не понимаю, какие у меня есть 9 штук. Вообще. Типа непонятно. Я пока вижу только что, типа, у меня плоховато что-то дела идут. Синие какие-то появились. Снизить внимание. Запустить, да. Тут можно отправить рабочих. 30 внимания. 6 рабочих запустить, да. На продолжительную основу. Тут заблокнуто все. Вот блок. Вот тут можно запустить. А, тут тоже что-то идет. Здесь. Ну, так-то... Да можно в целом, да? Управляй. Все, думаю, пока хватит. 6. А, может быть, он мне говорит, что я могу еще 6, типа, заслать еще 6. Предал вас? В смысле? О, кто это? Схватить? Так, включаем энергию. Срочно. А, ну я думаю, не успею. Блин, ученый. Ученый с какой-то штукой просто свалил. Интересно, его успеют поймать? Что-то я думаю, нет. Потому что вообще, по-моему, никто не торопится даже. Да, он просто сейчас свалит на этом и все. Класс. Классно. Просрали ученого, называется. О, достроили. Класс. Выглядит охрененно. Ну, ученых, блин, вообще... Днем не сыщешь вообще их порой. Днем с огнем ищи. Время зарплаты. Тут, думаю, можно достроить эту едальню. Чтобы красиво было. 5. Что такое? Все пытаются что-то поотменять. Возобновляют, отменяют, что-то постоянно все. Хрен пойми вообще. А что вот это? А, это, по-моему, лаунж-рум какой-то. Да? Злодей ТВ. Ха-ха. Пусть будет. Я бы комнату чисто поставил, да? Чтобы по красоте было. О, а почему не могу? Почему-то не могу, непонятно почему. Видимо, поэтому она тут и не стоит. Кучу энергии. В общем, да, исследование идет прям вообще очень долго. Камера наблюдения в коридорах. Place 2 security cameras in your corridors. Each camera has a limited view, shown while building.
Try to cover important access areas in your lair for best results. Как тебя разместить-то? Ну я так. А почему здесь нельзя? Типа подозрительно. Ну так типа, короче, получается кусок автоматизации, так сказать. While active, your security cameras will send a live feed of your lair to your armory. Be wary, if your security desks are not manned, then your security cameras will not detect enemy agents. А тут никого нет, да? Только силовики могут использовать этот предмет. Окей. Ну вот силовик пришел, что-то потусовался и ушел. Окей. У меня заполнено хранилище, классно. Что, я думаю, надо перестраивать тогда вот это место. Думаю, да. Что? Погнали. Продать. Так, сначала я вот эту хочу переместить. Да, по моей вот этой схеме. Блин, тут, конечно. Как их лучше поместить, чтобы было по красоте? Я могу, интересно, несколько разместить. О, смотрите, я так могу. Я тогда между ними просто оставлю одну эту, чтобы они могли между ними ходить. И все. Так, думаю, еще. А, вот минус 32. 42. А, ну как раз таки. Минус 82 тысячи. Окей, посмотрим, как они это сделают. Выглядит сильно. Опять приостановлено. Это что такое? Что-то как-то типа плохо работают, ребята. Ну да, понятно, что электричество кончилось. Тут не все понятно. О, появилось. Кайф. Конечно же, стало не хватать денег. Понятно. Так, а что у меня с рабочими? 18? Ну, это мало. На самом деле, нахера мне столько охранников? Вот, типа, я помню, что в первой части... Опа. Вооружают прислушников складными электродубинками, чтобы захватывать врагов в ближнем бою. Так, нужно дальше что-то расследовать. Стойка с шокерами. Ну да. Я хочу стойку с шокерами. Так. Оружейные предметы. Стол охраны. Опа. Выглядит серьезно, я вам скажу. Давайте вот здесь он будет сбоку. Нельзя, да? А вот так. О, идеально. И стойка с шокерами. To be able to quickly react to agents spotted так, by your security cameras. Вот жалко, он не подсвечивает все места сразу, типа, куда можно отправить. А так типа непонятно. Я типа вижу, что вот здесь что-то делается, здесь что-то делается, здесь делается, здесь тоже, здесь... О! Здесь ничего не делается. Значит, надо заработать трех ученых? Нет, идите нафиг. Вот, обычные рабочие. Запустить махинацию. Да. Здесь что? Здесь ничего не делается. Держи в курсе. Просто за данные? Ё-моё, это сильно. Обучение приостановлено. Почему? А, его сразу заблокировался. Капец. Это типа есть, получается, быстрые способы, чтобы заработать денег. А есть не очень сильно быстрые. Так, запускаем. Здесь вообще жесть. Просто жесть. Снизить срочно надо махи. А то, блин, я перехерею. Так, тут не вижу. А, вот. Снизить внимание, да. То я перехерею с этого места. Ну все, вроде везде будет сейчас все успокаиваться потихоньку.
три. У меня еще показывает все равно три. Чего-то три. А, может быть, он мне показывает количество регионов, в которых у меня ничего не происходит. Кстати. Давайте проверим. Снизить внимание. А, ну тут 24. Тут что-то происходит. Махинация закончится через. Ага. Здесь вот ничего не происходит, да? Нет. Да, короче, он мне показывает количество регионов, где ничего не происходит, реально. Прикольно. Вот если бы я их еще видел. Так, вроде здесь ничего не происходит. Тут надо снижать. Все, остался еще один. Вот, короче, зачем это? Он просто показывает, где что происходит. Так, ну тут что-то запущено, тут запущено. Some agents are on the way. Now is a good time to test everything. Пожаловали агенты. Отлично. Remember to tag them so that your minions know what you want to do with them. Так, тут уже что-то будет делаться. О, тут вроде ничего не делается. Вроде да. У меня рабочие просто кончились. Три лакея. Да, погнали. Все. Все, я теперь понял. Понял, что это обозначает. Мне что-то тут еще показывает. Украшение. Стеной стул. Ну, прям, конечно, балдеж, да. Ну, пожалуйста, побалдейте вы здесь. Не вопрос. Так, агенты, да? Давайте поглядим. Победить поступающих, подступающих агентов. Хорошо. А где они? Так, это тревога. Так, ну агенты вроде здесь должны подступать, так понимаю. Но пока я их типа вообще не вижу. Да? Да. Я пока никаких агентов вообще не вижу. А, ну вот. Как у него сейчас они выйдут. Три агента. Прибывал на дрянные дознаватели. Дрянные. Фернандо Ким. Общие силы. Общие силы. То есть они типа никому не относятся, просто они типа... Да. Ну их трое, кстати. Одного из них придется это самое... О, слушайте, так у меня тут есть всякие перчатки. Мне нужно тут еще будет пройти. Так что включаем энергию. Включаем энергию. Включаем энергию. Все. Погнали смотреть, что происходит. Research has been paused. А сколько у меня, кстати, у меня вроде много же этих охранников, силовики. У меня аж 12 их. Офигеть. Мне 12 силовиков. Вообще, понимаете серьезность ситуации? Research has resumed. У меня ученых очень мало, вот это точно я могу сказать. А, 9 уже? Блин, почему вы так медленно все изучаете, я не понимаю. У меня 9 ученых, они вообще тут, ну, типа, херню и страдают на самом деле. Так, строить. Архив. Нет, стойте, архив это не то. Вот. Ученые. Давайте поставим двери, поставим. А, это коридор, типа. Поэтому я не могу поставить. Тип комнаты коридор. Тоже не могу. Что такое? Да почему я не могу двери ставить? Что-то мне, короче, мешает. Я не понимаю, что. Вот это что ли? Из-за того, что она тут так стоит. Давайте переместим. Типа у меня места тут много, так что. Херня, вопрос. Отмена. Теперь. О, теперь встает. Найс. Блин, а что они делают, по сути? Открывать новые исследования. Ага. А это что? Открывать новые исследования. Так, а это... Открывают новые исследования. Они все работают над открытием новых исследований. Но почему-то задействуется только одна.
Это странно. Это странно. Так, что у нас там с агентами этими? Где они хоть? А, ну вот они, типа, такие. Мы, типа, беспалевные ребята. Угу. Мы беспалевные ребята, говорят они. Так, один охранник у меня устал. Офигеть, смотрите, у них тусня тут. Нормально. Надо прям с ними это сделать тут, короче, казарму им. Так, ну я хочу на самом деле посмотреть, как работают перчатки, потому что, по-моему, я специально поставил три перчатки, потому что одна, две, короче, почти полностью снимает, а третья должна типа на фул выносить, вроде бы. Вам, пожалуй, легенда. Давай я вижу. Так. Опачки, они переоделись в рабочих, вы прикиньте. Ой, зря они сюда идут. Ой, зря они сюда идут. Так, что сейчас будет? Может их сразу просто всех это... Закрыть дверь, короче. Ну блин, тут обычные люди ходят, так что... Выносить отсюда трупы будет вообще не очень. Короче, надо вот эту зону тоже перестроить под коридор. Вообще, вот тут можно как раз таки сделать туннель в виде ловушечной. А вот здесь пусть будет зона типа казино. Потому что слишком много зоны на казино идет. Так что давайте попробуем. Если я землю делаю, то я делаю... Ага, то есть это идеально работает вообще. Круто. Да, тогда я здесь это пространство заюзаю. Под туннель смерти, так сказать. Ладно, да, давайте тогда посмотрим. О, у меня появилась новая где-то. Где-то новенькая появилась местечко. А, вот, нет текущих махинаций. Тут у нас, ну, в целом, типа, нормально. Временно увеличить число приезжих на базу туриста на 10. 30 секунд. Ага. Ну да, типа она вообще ничего не стоит, но прикольная. Поехали. Опа. Рассеянный, теряет преданность и смекалку. Перепуганный, а? Серьезно, а что вы перепуганные? Они просто хотят есть и все. Блин, тут сидят вообще, знаете, до последнего. Они реально достают дубинки. Жесть. Давайте ее схватим, типа это жесть какая-то. Find and capture that intruder. Просто типа, ну, херня происходит. Ну хоть одна дубинка, давайте пусть работает. Yes. Ну, в целом, пофигу, типа. О, они отключили камеру? Опа. Я думаю, я схвачу и уничтожу. Потому что у меня только одна камера. Может, еще камеру построить, кстати? На вот такие ситуации как раз-таки. Так. Где у нас тюрьма? Это тюрьма? Нет, это хранилище. А, во, джейл. Просто еще одну. Давайте так, что ли. Я потом, наверное, перемещу, чтобы было удобнее и все. Подтвердить все. Блин, реально, почему? А, типа никто сейчас не сидит за камерой, типа из-за этого. Так, что у нас тут происходит? А, ну начинается драчка, типа. Эту отпустили почему-то. Ну, у них все, шансов не было. Тут, типа, у меня слишком много охраны. Реально. Так, тут что я делаю? Я тут хочу, на самом деле, все, типа, почистить, чтобы было все по уму. Продать. 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 Переместить сюда, наверное. Да. Это тут еще какая-то фигня есть. Какая-то фигня есть. И все. И, короче, как тут лучше все разместить? То есть, грубо говоря, они здесь заходят. Тут такой туннель. Тут туннель.
А давайте просто я сделаю землю, да? И на земле уже, собственно, пойму, что к чему вообще. Тут тоже все земля пусть будет. Ой. Земля, да. Земля. Да, тут, короче, перекрыто будет все нафиг. Земля, земля. Тут нужны двери. Такие, знаете, общие, да? У нас казино. О, казино, предметы. Двери. Тыщ. Тыщ. Не могу, потому что здесь закрыто. Я вас понял. Хорошо. Так, думаем дальше тогда. А зачем мне два входа, если можно оставить один? Все правильно. Два входа мне не нужно. Все, ну вот, грубо говоря, он сюда заходит. Да? Так, сейчас это еще перемещу. Чтобы было красиво. Коридор. Все, сюда заходит. Сразу попадает в некую ловушку. На 4. Идет сюда до конца. Потом поворачивать сюда мимо охраны, конечно же. Да. Ну и тут все не так просто. Тут можно еще. Так. Просто я думаю, как лучше сделать, чтобы было поинтереснее. А, нет, давайте все-таки тогда сделаем. Так. Так. Тут пусть будет земля. Коридор. Вот здесь начнется. Да. Так, тут заворот. 4. Поворот сюда на 9. Коридор длиннющий сюда. Это здесь. И тут уже как раз таки такой небольшой коридорчик будет. Зачем на 4, на самом деле не знаю. Ну, типа, пусть будет, да? Тут будет, типа, основная такая задница. Блин, тут тоже надо 4, чтобы было. Блин, не знаю, на самом деле, насколько это все будет. Ок. Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, это все можно, типа, переделывать и прочее, поэтому, в принципе, пофигу. Если сюда надо общий поставить, общую дверь. Здесь дверь будет, здесь дверь будет. Здесь будет дверь. И здесь. И вот тут тоже. А, вот в чем прикол. Я не могу ставить дверь в проеме, где 3 клеточки. Хорошо. Хорошо. Хорошо, я вас понял. Так, это переместить. Ну, конечно, сюда, не знаю. Тут, получается, надо тогда сделать казино, да? Вот так вот. И поставить сюда дверь обычную, чтобы она не смущала никого. И закрыть ее нафиг для обычных людей. Но все в целом. В этом что-то есть, да? Смотрим. Ой, сейчас сколько всего будет. Победить подступающих агентов. Ну, типа, да, я их решил схватить. Сейчас я их попытаю еще, знаете, потяну время по максимуму, все дела. Блин, опять у меня дофига всего. Просто наставлю там, короче, перчаток. Опять приостановлю. Да что такое? Чего вы приостанавливаете постоянно? Можно работать, типа, и, ну, работать и все. Забавно, если он сам себя закроет, там, короче, будет жестко. А почему здесь никого нет? Алло. Найти назначенный прислужник. А, ну вот, он идет, все, окей. Хорошо, хорошо. Так, у меня два региона еще прохлаждаются. Ищем регионы, которые прохлаждаются. А, ну вот, снова. Так, ученых. Ну, на самом деле, тут много ученых, так что я запущу. У меня, типа, много ученых вообще без дела сидят, на самом деле.
Так, здесь запустил. Еще одна где-то. Вот здесь, судя по всему. Так, тоже ученые. А, техники. Ну, пусть. Кстати, по техникам, да. Что у меня по техникам? А, то есть у меня 10 техников, 12 ученых. Ё-моё. Как все серьезно. Окей. Так, ну что, вас посадили, да? А, стоп. Правая кнопка. Энергия. Сначала пойдет первый. Сюда. Ага. А, во-во-во, пошел пытать. Ну, я понял. Смотрю, что произойдет. Так, махинация где-то была завершена. Я так понимаю, где? Здесь? 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 О! По-моему, здесь, да? Тут вообще нулевой рейтинг. А, стойте, тут что-то выпало. А, тут как раз таки... Может быть, отменить? Потеря всех достигнутых успехов. А-а-а. Хорошо, не будем отменять тогда. А, тут типа супер быстро все происходит вообще. Данных у меня вообще ноль. А почему у меня данных так мало? Где все мои данные? Почему у меня техников так мало? Исследованиями. Ну ладно, техника, чё. Посмотри, что произойдет. Еще махинацию завершили. А, так быстро? Серьезно? Я ж только на нее нажал. А я больше ничего не мог тут сделать. Ну и ладно. А, все, просто остается труп. Прикол. Я, конечно, не знаю, что типа это дает. Но надеюсь, это что-то дает. Так, с двумя я справился уже. Щекотит. Опа. Стоп, да просто его уже все, уничтожьте все. Да в смысле? Почему он побежал? Преданность ноль. Вы угораете? Схватите его. А, он куда бежит-то вообще? Что? А, он решил бабла сначала взять с собой, да? Что? Да, он реально, он стащил с собой бабла. А, они все так, по-моему, делают. Что? Ага. А, мы сейчас как раз таки, наверное, возьмем этого помощника злодея. Классная штука, но я пока хочу тут разобраться. Типа, почему его никто не схватывает? О, наконец. О, офигеть, он одного рабочего просто разложил на раз-два. Так, срочно нужно тут кого-нибудь казнить, блин. Очень много всех скопилось. Ну-ка, сейчас он пойдет сюда, короче, будет смотреть. Может, реально кого-нибудь казнить просто? Давайте казним. Просто они, получается, вообще бесполезны относительно. Жесть. Все, преданность повысилась. Да, видимо, я не совсем правильно использую, как бы, Максимилиана. Надо его ставить так, чтобы, типа, он везде все максимально делал хорошо. Так, трупы уничтожены. Так, ты. Что с тобой делать вообще? Как повысить преданность? Я могу его между камерами таскать. Я могу его... как, типа, вернуть лояльность этого чувака? О! Что? Его можно отвести на боксерскую перчатку? Зачем?
Смотрим, что из этого получится. Выглядит странно. Отлично просто. Замечательно. Здоровье ноль? Он просто умер? Жестоко. Жестоко. Ну да, конечно, чтобы тут из одного места в другое попасть, надо очень много дверей пройти. Так. Открывается легко, пройдет быстро. Так, давайте облегчим эту задачу. По-моему, в первой части можно было вообще просто открытыми держать их постоянно. Ну или что-то типа того. Так, ну тут пока, да, тусня идет во все. Я доволен. Значит, тут пока что сделать я не знаю. Коридор. Предметы. У меня только есть боксерская перчатка, да, и все. КПП, дверь, камеры. Угу. Ну, боксерские перчатки топчик на самом деле. Две энергии 5000 стоит. Вообще, уничтожитель агентов называется. И в разные стороны еще его сделаем. Чтобы у них вообще шансов не было. Все, коридор смерти готов. Деньги срочно сейчас должны улететь просто. Так, ну что, где тут мне предлагают сделать какую-то нереальную миссию? Пока не вижу у них их отметок с нереальными миссиями. Ну да, типа не вижу вообще. Выполни побочную историю, нанять. А, может, ее надо начать сначала? Нанять сына, нанять поклонницу, нанять свой компьютер, нанять мечника. Свой компьютер? Ха. Так. Злобный уборщик, ставший самураем? Прикол. Ого. Металлическая приспешница. Угу. Сообщение пришло на ваш будильник. Прикольно. Когда-то его отец покорил преступный мир. Прикольно. Но мне больше нравится нанять свой компьютер. Это прикольно. Начать побочку. Отслеживать, да. Нанять приспешника с мировой арены. Я на мировой арене. Как мне его теперь найти? А, вот это почему-то прям. Нанять свой компьютер. Три рабочих, два техника. Запустить махинацию. А, стоп, тут что-то уже выполняется. А, тут вот это выполняется. Блин, ну, на самом деле, пусть выполнится, да? А там посмотрим. Снизить внимание. Данные. Трилокея. Но у меня везде уже снизить внимание идет активация. Ну, я понял, короче, окей. Ну тут пока просто... Если я ее отменю... Ну а сколько она еще будет идти? Ёпта. Отменяем нахер. Пофиг вообще. Так, и запускаем. Да. Все. Пока возвращаемся. Тут потихоньку все строят. Здесь они улетают. Пока не вижу, типа, куда развиваться еще. Пока не вижу. Все, тут еще можно открыть территорию, но типа хз.
Сюда генераторы перестали, да, тут сделать какую-то комнату. Может быть, кстати. Давайте, деньги типа есть. Почему бы так и не сделать? Так, энергия. Строим, короче, здесь большую энергокомнату. Энерго-то так. И это получается надо все перемещать теперь. Ой, конечно, да. Что здесь точно надо такая, типа, кривая, неудобная. Это будет не очень круто. Да, тут нужно будет отменить. Хотя, может быть, ее лучше вдоль этой стены, наверное, ставить. Думаю, как-то так и сделаю. И все. Ну, в случае чего, у меня еще запас есть на несколько других штучек таких. Так, земля. Так вот, наверное. Там тоже пусть земля будет. Так, здесь будет какая-то комната. Так понимаю. Энергия пусть остается. На самом деле, я даже, наверное, так сделаю. О, слушайте, там можно пройти, так что пусть будет здесь. Земля. Угу. Ну, типа так, для красоты. Дверь. Вставили, все. Ну, здесь можно уже какую-то комнату сделать будет. Давайте здесь сделаем хранилище денег, что ли. Еще одно. Здесь тоже комнату можно сделать. Не знаю, какую. На самом деле, вот чего? А, вот этого на самом деле. Я бы сделал еще один информационный центр. На самом деле. Потому что они всегда нужны. Прям вообще охренеть как. Сколько это будет стоить? Ну, не сильно дорого. Так что делаем. Подтвердить все. Погнали. Опа. Идти к целям. Получить награду. Отлично. Класс. Класс. We can't have the place burned down just because... That. Cold intelligence? So, boss, what do you think of your new layer? There's something wrong. Уродливая? Желтая? Oh, I like it. It's bright, it's... That's it. That's what's wrong. Build me an inner sanctum. Личный кабинет. Ё-моё. The scheme has succeeded. Личный кабинет. Ёпарасота. Я вас понял. Так, а давайте сюда его и засунем, кстати. Вообще идеально будет, я думаю. Так, личный кабинет. Все, наконец-то, это последняя ячейка, аллилуйя. Последняя ячейка. Так, вот такая большая комната будет у него, классная. Внушительная дверь и внушительное кресло. Так, прям посередине так. Ну и дверь, я думаю, тоже надо как-то так сделать. Нормально. Так. Тогда отменить, что ли, пока, да? Земля. Блин, против всего этого так хочется Dungeon Keeper снова поиграть. Кондиционер, ё-моё. Пусть, да, у него будет кондиционер, там... Мейнфрейм Ирис. Фонтан. Кресло. А что? А, типа я заблокировал. Ё-моё.
Все. В путь. Опачки. А, они переносят все. Так они тут пока комнату не сделали. Как вы будете переносить? Вы че? Алло, рабочие. Слушайте, давайте денег потратим. Рабочих нанимаем. Так, рабочий. 4000. Мне больше прислушников, нужно больше шкафчиков. Ну тут у меня прям вообще, конечно, спартанское все. Может тут 50 на 50 сделать какое-то управление и это. Может быть тут отожрать часть. Блин, на самом деле вот эта дурацкая комната вообще получается. Нахера мне такая, нахера мне такой коридор? Вот я сейчас думаю, типа, реально. Агентов вообще ноль. Вообще ноль агентов. Если что, я могу тут перестроить потом все. Блин, реально тут казарму что ли сделать? Ё-моё. Я думаю, да. Типа, да. Делаем тут казарму, все. Нахер это все удаляем вообще. Так. Сделаю просто, короче, такой коридор. Один длинный коридор. Сейчас покажу. Давайте пока сделаю землю, типа... На основе этой земли уже будет все понятно. Так, вот я сразу вижу, что мне нужно продать. Так. Резко перебиваюсь, такой, типа, в это... В прыжке. Все. Делаю, получается, коридор. Да. Вот такой. Один длинный коридор, все. Здесь будут уже комнаты. Так. А, стоп, стоп, стоп. Мне нужна земля, а вы что? Не коридор, мне нужна земля. А, я уже сделал. Стоп, что-то я не вкуриваю. Не, ну вот этот остается. Вот этот остается. Он идет сюда. Остается здесь. Здесь земля. Да. Здесь коридор. Я не могу здесь сделать коридор из-за породы этой, блин. Обидненько получается, ну ладно. Особо я расстраиваться по этому поводу не буду, наверное. Да здесь закрою, типа я не знаю, зачем мне тут пока что-то. Можно здесь сделать, кстати, вот эту охранную штуку. Я думаю, сюда все отлично влезет, наверное. А давайте попробуем. Вдруг реально влезет. Так, охрана. Стоп, это тюрьма. Вот, оружейная. Типа 4. И вот так вот. И вот это сюда, типа, переместить. Да. Оно влезает, но... С натяжкой, конечно. Угу. То есть этот я уже не смогу сюда поставить. Вообще нет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Где-то может еще сделать, можно маленькую комнатку такую, знаете. Куда посадить можно будет этого чувака за камерой и все. А может я ее здесь и сделаю, кстати. Типа, почему бы и нет. Почему бы и нет. Так. Все, получается такой коридор. Ага. И тогда здесь будет еще одна спальня. Как-то так. 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 Тут уже нельзя копать. Тут тоже. Ну, тут тоже надо вот как-то по-хитрому все разместить. Да. Шкафчики нужны. На самом деле, только шкафчики нужны. По большему счету, как я понял. Так, давайте пока просто я их вдоль стен... Нафига чё? Пока хватит, я думаю. Там если чё, видно будет. Ой, сейчас, конечно, тут нахерачат вообще.
Ну, посмотрим, что получится. Опять перестройка, все дела. Посмотрим. Можно было бы еще быстрее мотать время. На самом деле. Шкафчики, нужны еще шкафчики. Останавливать атрибуты. Внушительный стол. Что за внушительный стол вообще? Что это такое? Строить стоит потихоньку. Красота. О, переместили стол уже. Нормально. О, давайте быстрее, блин. Salaries paid. Ай, идите забирайте деньги. Типа у меня пока с баблом вообще проблем нет. Так, что там это не получается построить. А, ждет выполнение, все, окей. Опа. А. Уже готов. Награда. Что награда? Пора мне лично захватить мир. Я ухожу в политику. Я вас понял. Но у меня пока нет электричества, так что-то особо... Да, у меня есть генераторы, просто типа, да. Захватить депутатов, допросить депутатов, купить страну на мировой арене. Серьезное говно получается. Так, новые шкафчики. Вот я еще не понял, кстати, на самом деле, как вот это вот делать. Доступно 7, вместительность 99. Сила сигнала 21. Потребляется 21. Данные. Как данные? Дает маленький бонус к силе сигнала. Поддерживает преступную сеть. Маленькой. А как данные получать? Вот, несложный компьютер с очень простым выводом данных. Производит разведданные, необходимы для махинаций. Ага, я вас понял. Прибыла волна, депутаты. В Лойве закончилось. А где эти депутаты? Здесь у меня тут пока вообще, типа, хер пойми, что происходит. Ух ты ж, ёпта, сколько их. Куда мне вас девать? Блин, у меня электричества пока нет. О, вернулось. О, да, они начали ставить. И дознаватели прибыли, ёпта. А я только-только, типа, короче, вот это да. Такс. Вместительность 102 стала, найс. Так, ну стоп. Что мне нужно сделать? Подкупить правительство на мировой арене. Захватить депутатов в зоне прикрытия. 3. Допросить депутатов в тюрьме. Угу. То есть, ну, у меня как раз-таки 3. Так что в случае чего я могу легко это реализовать. Я думаю. Да, подтвердить перемещение. Сейчас они переместят. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 депутатов прибыло. Еще какие-то дознаватели есть, да, я так понял. А можно вас как-то, типа... А, вас только схватить? Коррумпированы некуда. Знают полезные секреты. Окей. Думаю, если я прямо здесь их пойду схватывать, это будет подозрительно как-то. Хотя, на самом деле, я не знаю, как эти механики работают в игре. В плане... Ой, просто сколько всего нового. А, у меня какие-то украшения добавились. Везде. Цветы. Из глубокой древности до вашего логова. Офигеть. Видимо, я что-то прошел и типа... Так, и тут еще. О, большой стол для совещаний. Блин, вот он мне уже не влезет. Это не круто. Фак.
Он очень большой. Он реально очень большой. Вот портрет, конечно, поставить, это будет эпично. Бесплатно. Шикарно. Бесплатный портрет, офигенно. Так, что сказать? Мне надо как-то захватывать этих челиков. Они пока тут тусуются просто, да? Давайте пусть у меня, короче, все работы тут сейчас пройдут. У меня есть энергия, у меня есть вот эти все штуки, у меня все это есть, у меня есть деньги. Все вроде хорошо. Надо захватывать депутатов. Ну, их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Или 1, 2, 3, 4, 6, их 6, что я это пересчитался. То есть я их всех захватить точно не смогу. Но если я здесь быстренько переделаю под тюрьму часть. А можно так? Интересно делать. Типа я тут делаю под тюрьму. И ставлю сюда две эти. Ага, надо побольше. Ну и здесь, я так понимаю, тоже, да? Да, слушайте, так можно делать. Ой. Да. Забавно получается. Ага. Он что-то блокирует, короче. Я просто хочу всех схватить. Знаете, чтобы было. Они пока тут тусуются. Я их всех разом схвачу и все. А, вон они пошли сразу делать. Кайф. Такс. Все строят. Research has been paused. Это стойка с шокерами, они ее исследуют миллион лет. Ваша сокровищница почти полна. Охренеть, опять она почти полна. Да что такое? Хорошо, давайте настроим тут еще всего. Так, украшения. Есть какие-то полезные украшения? Щекотливость. Кондиционер. Ну, поставьте сюда кондиционер. А, вот сюда бы куда-то. Но тут по-любому что-то заблокируют. Так что у меня тут такая плотная компоновка, что обосраться вообще. Так. Такс. Здесь кровати поставим. Пятнадцать тысяч. Ну хоть что-то. Так, сейчас они поставят эти, я пойду этих всех захватывать. Еще всех захвачу нафиг. Может, кстати, больше столов сделать дознавательских. Они, по-моему, стоят нормально. 15 тысяч, да, отлично. 15 тысяч, это очень хорошо. Мне нравится. Тридцать тысяч просто с куста. Так, не понял. Почему она сломалась? Или что с ней стало? Непонятно. Так, ставят. Ну почему? А, это агенты, ёпта! Какого хера? Мочить их нахер. А ты кто? Лакей. Теряет преданность и смекалку. Так, ну все, короче, поставилось. Все, идем захватывать резко. Схватить. Все, приказы разданы. Сражаются с врагами. Ну да. Алло, вы где? Быстро. На помощь. Все. А где-то еще есть плохиши? О, смотрите, они просто руки подняли и все такие, типа.
Нормально, они даже это, не сопротивляются. Я пытаюсь к вам в плен. Кайф. Все, трупы были уничтожены все. Блин, это, конечно, не холодильник в первой части. О, слушайте, мне кажется, им кровати не хватает, как будто, да? Давайте еще построим. То есть они сюда резко пошли спать. Типа, это что-то значит. Значит, что им не хватает кровати, да? Логично. Мне жалко, что не только у стены можно их ставить. Это, конечно, туповато слегка. Так. Депутат подходит к вам в плен. Ну все, сразу идем пытать их. Тости пленника сюда. Отвести пленника сюда. Salaries paid. Тип дознаватель прибудет через 50 секунд. Окей. Я готов. We have captured an intruder. Еще двое. Так. An intruder has been captured. Вести сюда. А, кстати, у меня же это. Ирис. Так, допрашивает пленника? Серьезно? Она допрашивает пленника? Прикольно. 300 хпшек. Переброс тока. Некоторое время получает меньше урон и быстро лечит. Уже получено. То есть теперь регенерация. А цена, преданность, смешно. Работа как камера. При активации риск короткое время работа как камера наблюдения, так что можно вызвать на место охрану. Прикольно. Все. Блин, они после допроса умирают, это конечно да. Это конечно да. А я всех допрошу, думаю, типа пофиг. Прям вообще по КД. О! Класс. Электрошоковый пистолет, это круто. Но мне на самом деле лучше вот типа вот эти штуки. Требования не соблюдено. Большие экраны. Требования: одна доска, один ученый. Немного мешает скорость включения. Да. Это нам нужно. Это полезно. 9 заданий появилось. Ё-моё. 9 новых исследований. Офигеть. А, я открыл следующую волну, я понял вас. О май гад, огнеметы. Бассейн с акулами, пчелы-убийцы. Гениально. Цели, главная цель, традиционный подход, это я понял. О май гад, и смотрите сколько их. Я так понимаю, что я вышел уже типа из обучения. Да, я походу вышел уже из обучения, потому что тут дофига всего. Реально. Реально дофига всего. Ё-моё, еще и куча кэша у меня тут. Неплохо. Да, если что, деньги, короче, у меня есть. А я думаю, я на этом тогда... Давайте, короче, вот это сделаем. Ну, хотя бы допросим их всех. И я буду заканчивать. Я буду заканчивать. Сюда. Ну, такие красивые камни. Шестиугольные. Ну все, всех, короче, допросили. Все. Осталось, типа, покупать правительство как-то. Это, конечно, вопрос вообще. Так, тут у меня, по-моему, ничего не выполняется. Нет, выполняется. Блин, да, вот это, конечно, неудобно немного сделано. То, что непонятно, где что делается вообще. Снизить внимание, опять же. Да нафиг мне денег лучше заработать. А, во, 5 ученых стоит. Ё-моё. Эй, запускай. 10 секунд за 5 ученых, блин. Жирно очень. Очень жирно. Тут вообще по нулям все.
Везде что-то делается. Может, тут ничего нет. А, можно же видеть. Проворачивается махинация. Проворачивается махинация. Надо найти, где не проворачивается. Вот, нет текущих махинаций. О, а это что такое? Подмазать правительство. А, ну тут типа все легко вообще. Да я могу. Это быстро. Ну да, я это доделаю, наверное, и все. А, надо три раза это сделать. Хорошо. Так, какое-то новое строительство. А, как раз таки вот эта шоковая штука. Ну я сюда ее поставлю, типа. Все же косарь стоит, вообще фигня. Да, надо реально больше кровати ставить всяких. Потому что они прям сюда идут спать все. Хотя тут тоже дофига так-то. Сюда, наверное, дольше идти, типа, поэтому они туда пошли. Туда прошел успешно. Ну, я рад. О, подкупил раз. Нужно, короче, больше подкупов делать, да? Так, вот еще вижу. Блин, тут почти доделалось. 9 минут. Давайте дождемся. Где-то еще есть. А, во. Блин, тут тоже. Хотя на самом деле, типа, вообще же пофигу. Ну, мне так кажется. И че, типа, все равно ведь, типа, по нулям. Лучше это сделаю по нулям, да? Ой, дознаватели прибыли. Так. Ну, давайте, прибивайте. Это вы? Можно вас просто сразу, типа, вот, вот так вот? И все. Типа, чтобы не париться вообще максимально. Конечно, тут люди, типа, будет жестко. Task complete. Тут они вообще ушли хер знает куда. И что, очень много места под казино, прям вообще дофига. О, это что такое? Этажи? Что? Вы серьезно? Под землю можно уйти? Ёпта! То есть у меня территории на самом деле еще до хера? Это очень хорошо. Бесплатно увеличить силу сигнала. А, уже исследовано. Так. Да, мне на самом деле мировые операции я бы прокачал с удовольствием. А тут тоже на самом деле дофига всего. Мягкий камень, вот. Накопитель какой-то. Лазеры. Сильные двери. Основа злодейства. Получаю смекалку. Ну да, я на самом деле вот закончил бы мировые вот эти, а потом уже пошел дальше. Осталось последнее, короче, да, давайте, как он последнее сделает. Блин, я могу. А как мне сюда попасть? Как мне сюда попасть? Как мне сюда попасть? Ой. Как мне сюда попасть? Блин, почему? А, я понял. О, у них появились эти пистолеты. Ё-моё, серьезное говно. Серьезное говно. Они успели сюда дойти, вы прикиньте. А как мне сделать ли, типа? О. Так, блин, вопрос остается типа открытым. А как мне построить лифт, получается, на верхний этаж? Мне непонятно. А, вот. А как он сюда попадет, типа?
типа, я коридор-то могу построить. Да? Ну, как он сюда попадет? О, большой экран, найс. Вопрос. Ну, я думаю, я с этим позже разберусь, типа, пока нет. В общем, все. Мне осталась еще одна фигня, и... А, вот она делается как раз. Или нет? Ну, я точно отправлял еще одну махинацию куда-то. Хер знает куда. Я хочу, чтобы просто он доделался, и все, и закончить на этом. Salaries paid. Время денег. Еще прибудет кто-то. О, они начали работать. Ё-моё, неужели, блин? А, видимо, я исследовал какие-то сложные штуки. А вот тут они прям все заняли. Найс. Найс. Блин, так-то, мне кажется, тут можно так все грамотно рассчитать. Прям. Тут просто столько интересных вот этих вот связей. Друг на дружке. Прикольных. Это прям, да, это прям прикольно. Так, ну чё там? Чё так долго? Это же оно? Что мы вскипятим молоко? Снизить внимание. Я не понимаю, а где тогда делается... О! Исследование завершено, круто. Так. Подмигает смекалку рабочих выше 50. Да? Скорость исследования x6. Пфф. Изи. Research has begun. Блин, я не понимаю, а где... Типа... Где, типа, что-то делается? Что я где-то здесь, по-моему, отправлял. А, вот, смотри, что-то произошло. Мне кажется, я как будто сделал что-то не то, да? У меня даже нет ничего, чтобы туда отправить. Да точно здесь было, блин. Как так получилось, что... А, вот, смотрите. 10 секунд. Сейчас, смотрим. Должно быстро прилететь. Конечно, внимание, обосраться просто. Мне кажется, оно сразу взорвется просто. Слабо работала ловушка на первом этаже. Че? Где? А, блин, это эти ублюдки снова. Давайте схватим их. Ну, алло, ребята. А, они дофоткали такие, типа, пошли. Надо сюда камеру ставить. Чё вам сказать? Блин, да они вообще просто на похер. Блин. Реально, они просто пришли, сделали свои дела и ушли. Мне надо сюда камеру ставить. По-любому. Так-с. Камера, во. Идеально, просто все покрывает. Ну, блин, да, самое тупое, конечно, было здесь не поставить камеру. Ну, все, типа, я просрал их, типа. Что-то тупо получилось, ну да. Ну что, вы летите, нет? Он заблокировался из-за того, что, типа, блядь. Блин, а где еще есть? Может, где-то есть еще? Я, типа, не вижу просто. Что я хотел уже сделать и закончить. Не, нигде нет вроде больше. О, тут есть, но тут надо захватывать силы сигнала, все дела. Может, тут тогда оборвать связь, типа...
Ой, все это так долго. Короче, это может надолго еще затянуться, поэтому я просто сохранюсь и закончу. Короче. Фух, ну это было прикольно. На самом деле прикольно. Очень так, знаете, ну, насыщенно получается. Короче, всем спасибо, что смотрели. С вами был Райднелл. Всем пока.